Наш государь святой, и наш государь – это честь, достоинство и гордость России. По-другому быть не может, и нечего прикасаться к помазанным нашим, к помазанным Божьим, к помазанникам Божьим. Простите, наш государь святой. Поэтому не нужно, нужно, чтобы в следующий раз знали, куда они идут и к кому хотят прикоснуться. Мы же не просто так здесь, мы же все понимаем, мы же все ходим в храмы, мы все знаем, что такое честь, достоинство, гордость и Родина. У нас Родину уже отнимали, и я точно хорошо знаю, когда нельзя было разговаривать на русском языке, на родном, когда не было этой Родины, и мы ее вернули не для того, чтобы сегодня сидеть и смотреть, как кто-то плюет в нашу историю. Мы гордимся своей историей и гордимся нашим святым государем. Блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим.